Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить игру Dragon's Dogma. Между сериями я помаленьку проскачивал персонажа и обнаружил, среди прочего, что рук, скажем, то есть не все пешки прокачиваются. Рук, так как не является нашей именно пешкой, нашим пауном, он как был на 6 уровне, так и остался. То есть смотрите, что я обнаружил. Во время прокачки я выполнял небольшие мини-квестики, типа убей там 12 волков, которые для сюжета неинтересны, да и смотреть их, наблюдать за ним не так весело, но тем не менее полезно, это все осталось за кадром. Как видите, у нас Поп-Коп, Акакий по 12 уровню, а Рук, к сожалению, 6, так что нам пришла пора прощаться. И кроме того, я думаю, в этой серии мы уже отправимся дальше по главному мейн-квесту, потому что все, что могли, мы тут сделали. Так, ну и давайте разбираться, что да как. Как здесь набирать новых себе парняк. Кстати говоря, я заметил, что когда ночуешь, иногда твой, то есть Акакий, твоя главная пешка. Так, это Рук. С тобой, Рук, нам нужно попрощаться. Можно нанимать двух пешек сразу. Is everything in order, master? Так, все, я тебя отпускаю. Ты был хорошим другом. Хорошо летал со скалы. Но всему приходит время. Надеюсь, говорит, наши пути еще пересекутся. Но если не будешь прокачиваться, то сомневаюсь, честно говоря. Так, что нам нужно? Нам нужен маг. Рук? Рук, это ты? Или это кто-то назвал так персонажа? Yes, ну, допустим, так, что за детали у тебя? Ты у нас маг 12 уровня. И рейтинг у тебя достаточно хороший. Yes, ну ладно, допустим. I am honored to travel with you. Я говорю, с радостью буду с тобой путешествовать. Я тоже. Так, я думаю, нам понадобится еще один здоровячок. Типа тебя. Ты у нас кто? Ахмед? Ахмед? Хочешь ко мне команда? Yes, так. Что у тебя? Что про тебя пишут? Ну, ранг у тебя не такой большой. Мог бы быть и получше. Какой ты у нас пузатый. Yes, посмотрим, что кто есть. Вот, тоже здоровячок. Аякс. В принципе, я думаю, мы Ахмеда и возьмем. Он нам пригодится. Потому что два танка это гораздо лучше, чем один танк. Как говорится. Так, английский. Yes. I am honored to travel with you. И все. Значит, у нас два здоровяка, один маг. Это тот же самый Рук, я не понял. Или это все-таки чей-то персонаж? То есть игроком создан. Мне кажется, что это чей-то персонаж. Так. А, вот можно выбирать спешл. Это в смысле, что такое? Ну, здесь, короче говоря, самые популярные эти пешки, похоже, находятся. Меня пока что устраивает то, что я выбрал. Мне не так важно, как они держатся. Вернее, какой у них рейтинг. Мне важно, как они под моим командованием драться. Но, насколько я понял, вот эти вот вещи, которые им одеваешь. Так, Ахмед и Акаки. Блин, вас теперь не перепутать бы. И Рук. Отлично. Короче говоря, вещи, которые им даришь, в итоге потом уже все, не заберешь. Только у Акаки можно. Нас стало больше. Так, ну давайте выдвигать. И как я говорил, когда ночуешь, давайте я вам покажу, кстати говоря. Сейчас мы переночуем и с утра выдвинемся уже на дорогу к столице. Так, rest for PCG до утра. За ночь твоя пешка может уйти, с ней может поиграть другой игрок, то есть он будет в его команде там с кем-то драться, и он может в итоге тебе принести вещи, может прокачаться помаленьку, изучить новые квесты.
А, вот, твой последователь вернулся ну, короче, помогал другому Райзену в другой реальности. И мы получили... Офигеть! Мы получили вон сколько очков на прокачку. Ну ладно, спасибо. А с Себастьяном ничего не получилось у нас, похоже. Ну ладно, все равно, мы... у нас 1200. Так, еще вон он что, камень нашел и пелту. Что такое пелта? Это какой-то щит? Но он нам не особо подходит, да? Он узнал врагов каких-то новых, узнал новые квесты и узнал новые зоны. То есть он уже когда-то далеко вперед убегал, похоже. Как видите, рейтинг у нас достаточно хороший у нашего персонажа. Так, экипировка твоего последовательно была изменена. Вот я их последователи буду называть, это пешка как-то обидно звучит. Вернуться к предыдущей экипировке. Ну, нет, наверное. Если у меня что-то новое. Как где справился? Я пытался изо всех сил. Ну ладно. Поработал, пока я тут спал. Не знаю, где ты там подрабатываешь, Агаки, но, блин, ты все-таки должен моей команде быть в первую очередь. А не кому-то там помогать. Ну, щит, не знаю, щит маленький, он ему, я думаю, не особо подходит. Он же у нас танк и всю атаку в основном принимает на себя. Не знаю, посмотрим. Так, ладно, прокачка. Бля. Что у нас прокачка? Меня спросили всякие стамина, а там и подобное. Прокачивается, нет? Ну вот здесь у меня уже прокачано, то есть оно, видимо, попозже новый уровень откроется. То есть я демпинг, декстерити, выносливость, все потихоньку прокачал. Сейчас у меня не так много дисциплин поинтс. Зато у Акаки вот полно. Надо его маленько так. Фитнес. Уменьшает вдвое расход выносливости, когда он дерется. Ну щит такой неплохой, да, у него новый. Хорошо. Так, пусть будет повыносливее. Так, далее. Что такое? Это у нас щитом. Тут он лучше привлекает внимание с помощью щита. Вот это нам обязательно пригодится. Он у нас все-таки отвлекает основную атаку на себя. Так, и что еще? Еще для этого вот маленькое что-то типа Bird Strike. Отлично. Сильный удар по ураган. Так, ну вот и потратились. Хорошо. Так, у меня ничего не меняем, а вот у тебя... А, у тебя и так Bird Strike поставился. Сюда я наставлю. Ладно. Так, а тут что? Тут все нормально. What will it be today? Have your pick, any you like. Хорошо, показал маленько, как здесь работает ролевая система. И теперь нам пора выдвигаться. Что-то утро какое-то совсем раннее. Солнце еще только-только взошло, похоже. Так, Ахмед, рук, не отстаем. Сейчас нам нужно двигаться, перегруппироваться с Мерседес. Это нам нужно идти куда-то вот сюда. Тут мы уже были. Вот тут я этих волков убивал, сходил в Бич вот еще раз отсюда, вернулся сюда. И за это время убил двух чаек, убил волков. Кого там еще просили убить? Убил пауков. Ну, то есть, такие обычные квесты, они в каждом городе на листочках. Так, ну теперь нам нужно двигаться вот сюда. Ладно. Кстати говоря, вот здесь вот, как раз где я набирал эти квесты, сейчас их уже нет. Да, попробую говорить позже. Можно здесь тоже набирать воина. Ты у нас какого уровня? Эльфийка. 12-го? Фейла, ух ты. Офигенно. Ну ладно, пусть два здоровяка будут. Два быка таких здоровых. Я их путаю, конечно, между собой. Ахмед. Второй где? А как их где-то что-то собирают уже? Ну ладно. А как я там тырит все, что можно? Странное какое-то утро, как я уже говорил, было слишком темно.
А мне, я сейчас надеюсь, что мы придем в столицу. Вообще столица, насколько я знаю, достаточно большая. Так, ребята, блин, не лезьте мне под ноги. Там, я думаю, куплю себе новое оружие, новую броню, потому что моя меня уже перестает устраивать. А денег у меня причем уже достаточно много, 35 тысяч. Деньги тут пока что легко набираются. Что, впрочем, не отменяет того факта, что и нарезают здесь тоже очень быстро. Игра вообще сложная. Блин, а что так темно-то? Солнце вроде вышло. Так, там у нас заброшенный бандитский лагерь был. Сейчас там есть кто, нет? Кто-то есть. Armed, кстати, мой новый скилл стрелять вот так вот, троих сразу. Но это тоже слабое. Так, ребята, давайте рубите их нафиг. Ну, ребята, наш неплохо справляются, да? Так, а ты что там на них делаешь? Готов? Так, ладно, а ты что? Откуда тут взялся? На-на-на-на-на-на! Нарубал. Так, давай дальше его. Вот эта вот белая такая серая полоса, это до каких пределов он может восполнить жизни, как мне сказали в комментариях. Я как бы этот запомнил из обучения и успел забыть. Так что спасибо за такие подсказочки. Как видите, с двумя напарниками это все уже достаточно проще намного делается. Ахмед еще такой говорит. Здесь, говорит, все выглядит таким заброшенным. Ну еще бы, ты только что всех обитателей выругал. Так, масло. Так, ну неужели нет пустого? Вода. О, у меня масло-то дофигище. Так, наполовину полный и пустой. Так, а зачем мне еще один? Давайте вот это вот дадим Ахмеду. Рук-то у нас справится, он в задних рядах все-таки. Так что ему не так это критично. И отдадим масло. Одну штучку тоже ему же. И одну заправим себе. Так. Так, давайте двигаться дальше. Так, ну теперь могу наполнить, да? Подожди, у меня антифласка нет, что ли? Ну ладно. Что-то мне не нравится, что так темно. Какая-то мгла наступила, я не знаю. Там еще какой-то лагерь. Ребятки. О, ребята, волки. Так, ну короче говоря, пошли разбираться. Готов. Так, ну с этими, я думаю, они достаточно легко справятся, наши воины. О, ушел. Да, пока что, блин, вчетвером справляться, конечно, намного легче. Я прям не ожидал. Так, еще бегут. Ладно, это что такое? О, тут они грызли кого-то. Хорошо.
Так, ну вообще тут ничего, да, я смотрю. Маленький коготь. Сказали, что вот эти вот когти, их можно в будущем использовать для улучшения оружия, как-то что ли? Тихо. Пока что неплохо справляемся. С одной стороны, мне нравится то, что... Так, ладно, ребят, сами разберетесь, я думаю. С одной стороны, мне нравится то, что постоянные новые персонажи, но с другой только привыкнешь к ним. И все, они уже устаревают. А как я досталось, смотри. Так, ладно, там еще осталось. Ничего. Так, хорошо. Да что ж вы не успокоитесь-то, а? Так, все, мы до 13 уровня прокачались. Отлично. Офигеть, Максали, да? Так, ну-ка. Готово. Насколько я понял, когда я сам убиваю, я получаю сильно больше экспы. Мне показалось. Поэтому нужно как-то все-таки рваться в бой. Так, куда мы идем? Ну, в принципе, почти уже пришли. Тут у нас на мостик будет. И через мостик нам куда-то вон туда. Тут уже город начинается. По дороге, я думаю, мы еще найдем чего-нибудь. А как ты говоришь, что, возможно, где-то тут засада. Будьте наготове все. Кто знает, говорит, что нас тут ждет. Давайте аккуратнее. Угу. Это что за клетка? А чё так недалеко летишь-то? Ну это неинтересно, ребята. Ну, судя по всему, а как я там левелапнул? Достаточно просто их делаем. Да. Для этого уровня пока что мы неплохо так раскачаны. Но это все потому, что вот эта вот дорога, которая идет к Вичвуду. Это кто там? А на ней разбойники были, которые гораздо сильнее меня, убивали меня с двух ударов. Вот на них я прокачивался где-то, наверное, с полчасика, не так уж и много. Но достаточно быстро поднял пару уровней. Сейчас мне это помогает. Ну и само собой то, что у нас четверо стало. Так, ладно. Ничего, блин, не мешайтесь вы мне, а. Похоже, тут ничего. Я, кстати, так и не понял, как здесь добывать руду. Временами подходишь к какому-нибудь камню, и напарники твои, последователи, говорят, что, мол, здесь можно добыть руду. Но как ее добыть, я так и не понял. То есть подходишь туда, не появляется никаких доступных функций. Так. Что творится? Нормально. А ты кто такой? Я не пойму. Чё ты спокойно ходишь? Чё-то странное было. Сегодня серия какая-то, вся серая, в сумерках. Солнце уже вышло в зените. А все равно как-то пасмурно, сумрачно. Я даже
что еще такое? Кто тебе решил, мать твою, за ногу? Так, ну-ка давай-ка вот без этого. Ну что ж ты его, блин, отнимаешь у меня? Ну вообще они, конечно, амбалы, блин, справляются. Не знаю, пока что мы прорубаемся сквозь этих врагов. Так, а ты кто? Я не пойму, кто вы такие ходите? Из воздуха просто появляются. Так, где-то тут еще один бандос был, я видел. Спрятался где-то за углом. Цветочки. Мне еще нужно цветочки собрать, Moonlight как-то. И, кстати, у меня один там такой квест я взял. Убить 15 змей по всему Грансису. То есть где угодно их можно находить и убивать. Похоже, это редкие твари. Так что надо присматривать за ними. Так, это там внизу мы были, да? Да.